Моя тема касается межвоенного периода в Литве. И тогда огромную роль играла интеллигенция, которая создавала независимую Литву, а потом она в независимой Литве создавала государственные структуры, культуру и общественную жизнь. Почему интеллигенция, сейчас объясню, потому что в конце 20 века в литовской культурографии и вообще в культуре вошел термин «интеллектуалы», так как в Европе, или «элита», но мне кажется, именно интеллигенция показывает, ну, приближает даже нас ближе к тому времени, про который мы говорим, ближе к той Литве. Поэтому я взяла термин «интеллигенция» и про это буду говорить. И сразу скажу, что сначала, наверное, надо дать такие пояснения, что же имеется в виду интеллигенция в Литве именно в этот период, межвоенный период. Так как это немножко разные понятия, чем в России, и мы говорим про группу, социальную группу людей, и такая группа, число таких людей выросло в России на рубеже 17-18 века, а в Литве интеллигенция как общественная группа сформировалась позже, и это был 19 век. Перед тем, как перейти к 20 веку, здесь немножко останавливаюсь и объясняю, что эта группа, конечно, не слой общества, и совсем не похожая группа на другие группы, которые бурный рост которых в XIX веке заметили многие исследователи. Другие группы объединяли корпоративные связи, профессиональные связи. Литовская интеллигенция выделялась своей ролью в культуре и политике, своей потребностью осмыслить групповую идентичность и индивидуальность, заниматься саморазвитием и планировать будущее общества, а также участвовать в его создании. И, как утверждает исследователь Тамара Бэйрашаускайте, интеллигенцию XIX века нельзя понять отдельно от общественных, культурных и национальных движений. А это значит, что интеллигенты Литвы, как и интеллигенты Центральной и Восточной Европы, участвовали в самых важных событиях, создавали концепцию государства, его строили. Кроме очень яркой политической, культурной и общественной деятельности, интеллигенты публично пытались описать себя как отдельную группу, установить свое место и роль в прогрессивном обществе, которое очень быстро менялось. И так создавали открытый дискурс, в котором мог участвовать каждый. Говоря о том, как интеллигенты проявляли себя в первые десятилетия 20 века, и с какими мыслями они пришли в 20 век, в начало 20 века и в независимую Литву, очень характерным кажутся слова писательницы и литературного критика, переводчицы и педагога, общественного деятеля Софии Кимонтайте Чирлёниене. И эти слова, сказанные в 1910 году, значит, первое десятилетие, здесь вся цитата, она огромная, и я позволю ее прочитать и сделать несколько акцентов. «Если интеллигентами будем считать только тех, которые кончили высшую или хотя бы среднюю школу, то нам придется пропустить всех тех, которые еще не имеют дипломов, но своей интеллигентностью, начитанностью, опытом и активностью не хуже дипломированных. Особенно нам, литовцам, такое ограничение интеллигенции не подошло бы. В нашей истории национального возрождения есть люди, у которых не было дипломов, но они интеллигентно трудились,
Давайте будем считать интеллигентами тех, которые кончили несколько классов. Правда, такое ограничение будет неточным, но оно будет включать всех, которые своим умом и начитанностью возвышаются над толпой. В глазах пахаря каждый, кто поучился и из-за этого больше не изнуряет себя черновой работой, считается образованным, более светлым. Как показывает цитата, высшее образование не было обязательным требованием. Отличительной чертой таких людей, во-первых, считалось особенное поведение и деятельность во благо нации. Эту мысль поддерживал и философ Стасис Шалкаускис, и в 1939 году говоривший, что интеллигент поддерживает гармонию в обществе, сохраняет ее равновесие. И значит, интеллигент является очень важным фактором для общества, у него особенная роль. И вот здесь можно задать вопрос, а кто же работал в этом направлении, кто были эти люди, про которых идет разговор. В XIX веке во благо нации в основном в Литве работали священники. Священнослужитель в католическом костеле была популярной и желательной профессией, так как она для образованных людей гарантировала заработок, уважение окружающих и работу в Литве. Здесь надо подчеркнуть то обстоятельство, что представители других профессий чаще всего не имели возможности работать на родине. В Литве. Ситуация начала меняться в конце XIX века, и другой подбор профессий среди интеллигентов можно увидеть в начале XX века и уже в независимой Литве. К священникам общество и дальше относится с уважением, священники дальше считаются желаемой профессией, но ряды интеллигенции пополняют врачи, юристы, инженеры, учителя, писатели и другие профессии. В конце XIX века, когда появляются интеллигенты-миряне, обостряется вопрос, а кто должен руководить национальным движением и кто должен строить новое государство. Потом переходит этот вопрос в XX век. Конкуренцию между духовенством и мирянами удалось приглушить, и в начале XX века уже имелись яркие примеры их сотрудничества. Как точно заметила исследователь Ольга Мастьяница Станкевич, в первое десятилетие XX века для литовской интеллигенции важнее всего была другая проблема – как пополнить ряды самой интеллигенции, так как чувствовался недостаток таких людей. Эта проблема существовала и в независимой Литве, хотя уже не была существенной, не была такой острой. В общих чертах можно сказать, что интеллигенция в первой половине XX века стремительно росла и качественно, и количественно. Говоря про творческую интеллигенцию, надо заметить, что к этой интеллигенции в моем докладе будем относить не только людей творческих профессий, писатели, композиторы, художники, актеры и так далее, но так как творчество означает и труд социальной группы, творческий труд, функция которого той группы состоит в решении специальных задач и задачи интеллектуального и духовного типа, поэтому мы можем здесь включить и философов, и историков, и географов, и так далее, все, которые создавали в широком смысле что-нибудь. Конечно, мы привыкли, что это должен быть продукт какой-нибудь, но то, что они создавали новые понятия, так и в сфере терминологии, и в сфере философии не только понятия, а больше они видели перед собой путь интеллигенции и Литвы. Это тоже можно считать, да, достаточным критерием для того, чтобы отнести их вот к этой группе. И как мы знаем, так в 18 году, в феврале, подписан акт о независимой Литвы и началось строительство новой республики. Интеллигенты, не было так, что они были в Литве и ожидали вот этого шага. Была очень большая группа, которые очутились из-за войны и разрухи, очутились далеко от родины. И они начали возвращаться в Литву с новыми надеждами, быстро включились в работу, помогали молодому государству.
строит государственные институты, бороться за международное признание, решали разного вида вопросы и создавали культурную жизнь. Для культурной жизни складывались очень благоприятные условия, возрождались журналы, появлялись новые издания, собирались общества, в которых читались доклады, отрывки произведений, обсуждались культурные, а также политические, экономические новости, писались и издавались книги. И чтобы немножко получить общий такой вид, что же, как это все выглядело в независимой Литве, я здесь приведу несколько примеров, и это касается, конечно, литовского модернизма, который в это время приходит в Литву. И здесь перед вашим взглядом это писатели-классики, которые участвовали в распространении идей модернизма, которые привозили из-за рубежа очень много новых взглядов и понятия, наконец-то, куда должно все двигаться, куда должна двигаться культура, а некоторые из них видели и куда должно двигаться все государство. Итак, поэт Казизбинкис, как вы видите, он начал издавать иллюстрированный журнал «Вея», и потом были другие его такие яркие работы. Болис Руага, который вместе с Фаустас Киршей издавал «Альманах поэзии изобразительного искусства Дейнава». Потом Винцес Креве, писатель, который собрал других писателей в один журнал с Кейтимой, и этот журнал издавался в годы в 1920-23 году. Когда закрылся, эстафету перенял Винцес Миколайтис Путинас, и писателей, и молодых, и уважительного возраста, разных, с именем еще не очень с именем, только приступающим к серьезным созданиям серьезному акту. Да. Он собрал в журнале «Живенис», который печатался в 24-м году и в 40-м году, как вы видите, довольно много лет, собрал всех, которые были тем или иным, уже видны в литовской культуре, так же, как и Винцес Креве. Он тоже имел такой талант собирать всех, кто работает в литературе. И там печатались, в их изданиях печатались художественные произведения, и самые важные произведения появились в их журналах. Дальше печатались переводы, печаталась литературная критика, обозрение общественной жизни и многое другое. И в то время, еще одну заметку скажу, что писатели, как и другие интеллигенты, были не только писателями, но и переводчиками, и критиками, и педагогами, редакторами, журналистами, общественными деятелями и так далее. Они работали там, где видели, что не хватает профессионалов. Они сами становились специалистами широкого профиля. И здесь мы подходим к полемике, которая звучала в периодике, в других печатных работах того времени, и в которой рождались вопросы и ответы. Первая бурная литературная полемика родилась после статьи писателя Йозаса Тумаса Вайшгантаса «Для защиты книг от критиков». Сейчас покажу вот Йозас Тумас Вайшгантас, и вот его мысль, которую я прочитаю. «Любое издание в литературе – это в большей или меньшей степени плюс. Итак, каждому изданию, во-первых, надо радоваться. Это наше духовное богатство». В той же самой статье писатель говорит, что каждое произведение пополняет литературу, и соглашался с ему адресованными словами, что он является, цитирую, «специалистом для похвал, предназначенных для книг».
На его положительные отзывы реагировали и смехом, и сарказмом, и злостью, но Йозеф Тумас Вейшкантас оставался верным своим взглядам, которые перекликались с установкой интеллигентов в XIX веке, когда книг было очень мало и каждая ценилась. Все же культуру Литвы межвоенного периода характеризует не упомянутые взгляды литовского классика, а Йозеф Тумас Вейшкантас как раз им является, а именно противоположная установка, которую, как программу еще в 1910 году, сформулировала Софья Кимантайте Чирлёниене в своей книге «Летувоя». Вот. Основная мысль звучит так: догонять Европу через Литву. Софья Кимантайте Чирлёниене, как утверждает Рамутис Кармалавичус, не только укрепляла национальное человеческое самосознание, но и призывала расширять культурные духовные горизонты интеллигенции. Такую ориентацию Софьи Кимантайте Чирлёниене и других деятелей культуры Литвы сформировало несколько факторов, из которых очень важным является фактор места, где интеллигенты получили образование. Они кончали русские гимназии, это было до независимости чаще всего, а потом уезжали за рубежом учиться дальше или на стажировку. Направлялись в Москву, в Петербург, направлялись в Краков, Фрибург, Варшаву, Берлин, Мюнхен, Вену, позже и в Париж. И вот оттуда они перевозили новые идеи, понимание, как должна развиваться литература, культура, куда движется мир и куда должно стремиться новое государство. Так модернизм из Берлина в Литву привез поэт Казис Бинкис. И нельзя сказать ничего точного, что он говорил, или такого образцового, да, что он говорил, он печатал обращения и так далее, но все же его деятельность больше показывает, что он получил за рубежом и что он думал про литературу, да, где ее сильные стороны в современном мире, мире того времени. Он вникал в Берлине, когда он учился там, вникал в суть экспрессионизма, восхищался футуризмом, сюрреализмом, дадаизмом, и идеи этих направлений легли в основу его творчества. И вот он начал экспериментировать с формой, с языком, перемешивал разные стили, призывал поэзию опираться на народное искусство, обновлять язык словами, интонациями, разговорной речи и так далее. И он, как Аполлинар или Маяковский, не любил спокойную природу, он повернулся в город, и это было новое в литовской литературе. Эстетический взгляд другого писателя, Бориса Сруоги, который тоже был в нашем экране, сформировались в Петрограде и в Москве. Ему импонировали работы Мережковского, Пшибишевского, и Сруога символизме увидел будущее литовского модернизма. Сам символизм он понимал как обновленный неоромантизм. И вот в своих статьях Сруога, который вообще выступал не только как писатель, но и как критик, очень умный и остроумный критик, и как наблюдатель театра, и еще другие области тоже были на виду у него. И вот он призывал к обновлению и индивидуализации человека и рассуждал о связях общества и индивида, реальности и искусства, искал пути освобождения литовской литературы от замкнутости в себе и выхода в широкие пространства. И как мы видим, вот это его направление мыслей нас соединяет вот с очень ранней такой мыслью Софьи Кимантайте Чирлёниене. Дальше, надо сказать, что это, конечно, только несколько примеров, которые касаются путей модернизма в Литву. Дальше мы переходим к роли университета в Литве. И надо сказать, что мы должны говорить в это время про
университет в Каунасе, который был открыт в 1922 году. Тогда Литва, я напомню, не имела Вильнюсского университета, она его воссоздала в 19 году, но в 20 году Литва потеряла Вильнюс вместе с Вильнюсским университетом, и поэтому Каунасский университет, иногда его называют Каунасским, тогда у него название было Университет Литвы, и университет в Каунасе, с университетом Каунаса появилась возможность поднимать уровень преподавания многих предметов, в первую очередь гуманитарных. В университете работали лучшие умы Литвы, и среди которых много фамилий, поэтому я сейчас покажу эти фамилии. Значит, писатели-профессора, опять же, Болис Рога, Винцес Креве, Винцес Николайтес Путинас, Йозас Тумас Вайшгантес, Йонас Мачулис Майронис, работал будущий президент Литвы Антанас Сметона, а также приглашенные преподаватели за рубежа, философ Василий Сезаман, историк и философ Лев Карсавин, публицист и историк литературы Йозас Эретас и другие. Они тоже влились в культурную жизнь, участвовали в публичной дискуссии и способствовали развитию литературы, истории, философии, искусства. В университете издавались разные издания, и они были в руках вот именно этих корифеев, и многие эти люди, от которых зависела вот жизнь, академическая жизнь, которая потом выходила в широкие массы, в общество, выносила свои идеи и так далее. Многие эти люди учились в Западной Европе, в Германии, в Швейцарии. И дальше вот они понимали очень остро, что Литва должна догнать упущенное, как это считалось, должна познакомиться с новыми направлениями в литературе, в искусстве, в философии, ну и стать собеседником для других стран. И здесь мы подходим к очень интересному человеку, здесь журналы, что они издавали, к очень интересному человеку, который считается самым знаменитым литовским философом 20 века, Стасис Шалкаускис. А также он был ректором университета Литвы, 39-й год, 40-й год. Его называют идеологом независимой Литвы, и скажу почему, потому что его идеи были важны уже не только для гуманитарии или академической группы. На его идеях опирались тоже руководители страны. Вот. И, наверное, вполне заслуженно этот год, в котором мы говорим про межвоенную Литву, этот год тоже объявлен годом Стасиса Шалкаускиса, да, вот именно его. И он был не кабинетным философом, он быстро реагировал на меняющийся мир и, видя, как терпит крах в войне Германия и рушится Российская империя, он спрашивал себя и других, а какое предназначение Литвы и как она может использовать свое предназначение. Роль Литвы он видел в том, что она будет соединять два разных мира – Восток и Запад. И цитату я уже не буду читать, она видна в экране. И вот эта теория Шалкаускиса «Литва как синтез Востока и Запада» была представлена в его работе, названной «На границе двух миров», которая вышла в 19 году. Теория основана на идеях мессианистов и русских, и польских. В первой половине 19 века в кружках польских эмигрантов во Франции много говорилось о кризисе западной цивилизации, которая делила знания от морали, человек себя собирает из частей, и ему трудно почувствовать свою универсальную сущность, которая очень важна. Он ищет, на что может опираться, и находит что? Цитирую: «надежду и силу, дающий католицизм, который единственный сохранил идентичность слова и действия, остается единственным примером культуры».
И в свете таких размышлений польские мыслители, один из них был Адам Мицкевич, пытались установить, какие перспективы у польского народа. И вот, 100 лет спустя Шалкаускис спрашивал, а какие перспективы у литовского народа? Мысли Адама Мицкевича для Шалкаускиса были очень важны, как и многим другим литовцам. Иногда кажется, что весь XIX век литовцы провели, читая произведения Мицкевича, которые были ярким примером романтизма. Шалкаускис же находит в произведениях Мицкевича идеальное выражение культурного синтеза и посвящает ему не одну статью. Про идею синтеза говорили другие мессианисты: Марко Дямунинг, Владимир Соловьев, Федор Достоевский и другие. И надо сказать, что профессор Стасий Шалкаускис знал некоторых из них лично, а про Владимира Соловьева он написал диссертацию и очень любил его идеи, его мысли. И вот Шалкаускис смотрит на Западную Европу, и ему кажется, что Василий Соловьев очень мало про него очень мало знает Европа, и поэтому надо как-то его идеи распространять, и он пишет статьи, он поощрял других про это писать. И вот Литва, из этого что следует? Что Литва должна стать мостом между двух культур, Западной Европы и Восточной, которая приходит в Литву через Россию. Продолжая свою мысль, он объясняет, что национальная идентичность должна быть открыта для культурного обмена и должна видеть культуру всего мира. Идя таким путем, нация сама сможет развиваться. А литовцы могут понять эти разные культуры и перенять то, что в них есть самое лучшее. Дальше, возвращаясь в независимую Литву, я сделаю несколько только замечаний. Он был, значит, его услышали, на него реагировали и про него говорили. Вот это синтез нескольких культур прозвучала, эта мысль, также в 20 веке, в конце 20 века, в устах двух президентов Литвы, Владаса Адамкуса и Альгирдаса Бразаускаса, когда тоже искали место для Литвы. И поэтому эта мысль очень важна, и ее путь также важен для, ну, для созревания Литвы, для созревания людей Литвы. И еще одно замечание. Говоря про культуру Литвы, независимой Литвы, надо делать такой акцент на религию. Там, в межвоенной Литве, господствующей религией был католицизм. И литовцев-католиков было примерно 94%. И вот здесь был вопрос, да, как Литва должна выходить в мир, но, с другой стороны, она должна также преподнести, также перенять новые идеи, которых она понимала как ценности христианства. И вот эти идеи христианства в Литве распространялись разными образами, разными, через разные организации, через разные издания, и в этом обмене идей, циркулировании участвовал Стасис Шалкаускис и другие писатели, Винцес Миколайтис Путинас также. И последнее я хочу сказать так, что, конечно, в Литве было много идей, и было много очень разных вопросов, которых решала интеллигенция. Вопросы давались ответы, оставались и открытые вопросы. И среди всего этого была очень важная мысль, забота о том, а как же должен расти народ, должна расти нация. Но про это в этом докладе я говорить не буду. Это, конечно, цель другого доклада и направление другого доклада, может быть. И вообще я могу сказать, что творческая интеллигенция в этой в независимой Литве смотрела в культуру, вникала в культуру, осмысляла культуру,
и понимала очень хорошо, что мы пришли к порогу, за которым качество играет, качество этой культуры играет основную роль, и мы должны поддерживать связь с большим миром, не выйти из замкнутости в себе. Я все.